Нагулялся, проголодался котик. Кошечка ест лепешечку. Кошечка ест лепешечку. Кошечка очень любит лепешечку. Сегодня нету мясца, Васюль. Давай кушай лепешечку. К счастью, кошечки очень любят лепешечки. Их очень легко стряпать. На сковородушке. 3 минутки и готова лепешечка для кошечки. Всего лишь-то лепешечку, скажи, для счастья. Ну, с аппетитом ест прям. Когда кот заорал, ему легко сунуть лепеху заранее на печь лепешек. Он сейчас аж прихрюкивает. Да, Василь? Ну, кушай, кушай. А то он оглядывается, что сейчас второй придет, брат. И может забрать, он тоже любитель лепешек. Вон аж че. Иди, мой зелятой. Идет, идет. Чего там, кто там? Никто не отоберет, не бойся. Это такой смоковник, Василий Блаженный. Он просто сейчас проголодался с улицы, поэтому зверствует так. Он обычно очень долго вкушает. Вкушает котик. Не спеша кушает. Наслаждается моментом. Давай, Сюрю. В общем, кошка для лепешки. Лепешка для кошки.